Дун, $1. Анатолий, привет. Для поступления в европейский вуз нужно эссе на тему «What are key challenges facing your generation?» Поделись своими мыслями, пожалуйста, что можно написать, чтобы потом не забанили еще. Чувак, я ебу, какую тебе generation. Блять, не тридцатник вообще-то. Какие key challenges, блять? Я не знаю. Пенсионный возраст повысили. Я понять не... Чувак, ну камон, это как-то каловая тема для говноэссе какого-то ебучего. Блять, ну... Не хочу я даже думать на эту тему. Я, блядь, универы все закончил в пизду. Значит, с последнего выпустился в 18 году. Больше я даже на секунду вникать в эту дресню для долбоебов, блядь, не хочу. Вот эти дефолтные темы для эссе по типу «Как я провел лето, нахуй». Ну, ёб твою мать, сколько можно, блядь.